Приветствую, друзья! Приехали на озеро в разведку посмотреть. И сейчас посмотрим заодно на речке. Вот там речка. Попробуем пауком побросать. Живцов надо попробовать половить. Если есть живцы, надо как можно больше наловить на зиму. Рыбаки плавают. Вон видно. Трейлингисты в жилетах, все как надо по фэншую. Озеро упало, ну где-то сантиметров на 70 вода упала. Озеро здесь красивое, конечно, но еще здесь плюс: возле озера яблоневый сад. И вот такие вот яблони еще висят. Яблоки, то есть. Полно. Надо яблок набрать. Так, интересно здесь, какая рыба есть. Мальки по-любому будут. Глубина небольшая здесь, да? Метра полтора. Метра полтора, вот и вся глубина. Ну, раньше здесь всегда был малек. Интересно, сейчас будет или нет. Может, на приманку надо, на какую? Плохо, солнца нет. Солнце было, видно хорошо. Да, уже прохладно. Ждать недолго надо, да? Пузырики уже есть какие-то. Палка трещит. Есть, да? Как раз то, что надо. Маловато, правда. Вот такие сибельки маленькие. Воды набрал, конечно, серьезно. Корчевка в основном. Вон на той стороне калина. Облевенная. Все дерево красное. Камера не очень передает просто. И левее вот еще одно. Вот такое же. Ягоды, витамины. О, здесь побольше. Как бы их вытаскивать теперь. Это похуднее, да? Ну да, есть. Мелочи такие. Совсем мало. Ну, синялки в основном. Уже
зачерпнул раз на две рыбалки. Да, лучше сейчас заранее запасаться. Да, потом вообще замерзнет. Лед дал бой. Воду поменять в погреб. В погребе они отлично хранят. Вот этим корчевкам не надо менять. Даже воду менять не надо, да? Корчевкам. А вот этим надо менять через день хотя бы. Мы там совсем маленькие нахер. Вот такое озеро. Ну, сверху уже палки лежали, значит, кто-то мальков ловил. Чехол какой-то кто-то здесь оставил. Наверное, когда-то был телефон у кого-то. Теперь это одно название. Сегодня мало живцов. Как-то так. Вот такие вот. Еще в другом месте наловим. На зиму будем запасать. Вот, ребята. О, половина уже рассыпалась. Все, давай. Все, ставьте лайки, подписывайтесь, кому понравилось.